Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Совсем недавно я делал видеоролик, посвященный охлаждающей жидкости, антифризам. И вот мне человек написал: а вот и нет, старый антифриз так и останется в нижней части блока. Самая холодная и плотная фракция не вымывается просто водой. Лично с этим столкнулся. Вот это интересно. Это как не вымывается? Это у вас что там, солидол, осадок какой-то? Друзья мои, конечно же, все вымывается. Антифриз — это и есть раствор этиленгликоля. Друзья мои, вы можете купить концентрат антифриза, добавить в него дистиллированной воды и получить готовый антифриз. Либо вы можете купить уже приготовленный за вас антифриз. То есть тот антифриз, который идет в продаже, допустим, который не нужно разбавлять, он идет до определенной температуры, он уже идет разбавленный водой, дистиллированной водой. Никаких там тяжелых примесей в системе оседать не может. Разве что только если у вас система слишком загаженная и всевозможная грязь остается в системе охлаждения. Но это может быть в том случае, если вы использовали некачественный антифриз, у вас получились вот эти вот продукты, так сказать, износа вашей системы охлаждения, они накопились внутри в двигателе вашего автомобиля. Это такое бывает только при некачественном использовании антифриза. Если антифриз качественный, никаких тяжелых фракций, ничего там густого, тяжелого, ничего не оседает. Он постоянно в работе, он постоянно перемешанный, постоянно идет одна вязкость. И когда вы производите замену антифриза, вымывается это все без проблем. А также я еще рекомендовал выдувать воздухом. Кстати, это очень хорошо работает. Остатки антифриза именно в скрытых полостях непосредственно двигателя вашего или там радиатора на донышке воздухом превосходно выдуваются. Потом система моется дистиллированной водой, и потом после этого заливается чистый антифриз. Ну, я рекомендую обычно, если тем более у вас был загрязненный антифриз предварительно, то, конечно же, тогда необходимо на дистиллированной воде поездить несколько дней, чтобы хорошенечко промыть вашу систему, а возможно даже ее и поменять. То есть дистиллированную воду несколько раз поменять для того, чтобы она уже полностью очистилась систему охлаждения, то есть убедиться, что она уже чистая у вас, дистиллированная вода. Только после этого, когда вы убедились, что все чистое, все вымытое, вы тогда заливаете качественный антифриз, и тогда система охлаждения вашего двигателя работает просто идеально. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, ставим палец вверх и подписываемся на канал. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!